набор высоты вы сможете воспользоваться туалетными комнатами, которые расположены для пассажиров бизнес-класса в передней части самолета, для пассажиров экономического класса в хвостовой части самолета. Напоминаем вам, что курение и употребление спиртных напитков, принесенных на борт, запрещено в течение всего полета. Приглашаем вас присоединиться к бонусной программе для часто летающих пассажиров Aston Priority. Подробную информацию о программе вы можете найти в бортовом журнале, расположенном в карманах пассажирских кресел. Мнение наших пассажиров очень ценно для нас. Вы всегда можете оставить свой отзыв о рейсе на сайте www.aston.ru. Приятного полета! Ladies and gentlemen, we would like to welcome you today and express our special thanks to the Excellent Priority and one of the last previous flight programmer rooms. The office remains seated until the symbol sign is digital. Please wish to give yourself one to low signal and vanilla to symbol sign is on. Here we use the tool to track the line of new complainants, and they look at the business class question in the front of the table, for the economy class question in the rear of the kitchen. For the market, this morning, a question of my role was from the last few flights. We hope to join the program for frequent flights with travel and travel priority. You will find information about the program in the market number, such as the number of the program. The afternoon of our comments is very important to us. You can always visit your people to know what they say, www.arizona.io. Enjoy your flight. Мы можем информировать вас, что на нашем рейсе доступны системы развлечений на борту. Подключите ваше персональное устройство к сети Aston по Wi-Fi и получите доступ к фильмам 8 книгам. Более подробную информацию вы найдете в журнале, расположенном в кармане перелетающего кресла. Система работает в тестовом режиме. Будем рады вашим вкусовым и приятным.